Всем привет, меня зовут Руслан. Мы сейчас едем на съемку свадьбы. Допустим, там просто для себя хочет что-то красиво снять. И нигде нет никакой информации, да? Причем, ну, возможно, есть, где люди пишут о том, как делать монтаж. Но когда люди пишут, как делать монтаж, это жопа полная, потому что ты не сидишь, ничего не понимаешь. Нет, тут в монтаже какая фишка? Тут надо просто знать несколько моментов. Надо понимать композицию кадра. Вот. Почему? Потому что оператор, когда косячит, ты должен подрезать именно с тех моментов, с которых нужно. Вот. Второе, это нужно знать музыку, там чувствовать биты вот эти просто. Во-первых, музыка – это настроение, это прям номер один. А второе, надо попадать под биты и под музыкальные фразы. Ну, собственно, все. А, и немножко режиссура. Идеально идем, прям все четко. Идем по парковке. Ты посмотри, какая стабилизация реально. Отлично. Я говорю, а лифт туда. Рос. Вот чем крут Толя, то что он логистику рассчитывает прям вот идеально. Ну в отличие от меня, да. Потом затихнет. У меня вообще с логистикой отвратительно. Ну то есть нормально, но знаешь, она как пойдет. Куда? На какой? Ну, я не знаю, 300 что-то там. Очень красивое место, Лотто Плаза. Просто шик. Привет. Как дела? Хорошо. А я тут решил еще... Он купил себе игрушку и снимает влоги. Да, я уже вчера видела В принципе, все отсняли. Нам осталось маленькие детальки подснять и повесить платье. Только вот я не вижу, куда повесить платье. Платье. Вот и да, вешалки. Реально надо. Только куда вешалки, повесить? Вот мы и думаем, куда повесить. Ну, по идее, может, мы сейчас зайдем. А я вижу. Видишь, куда? Да, куда? Вот наш кабар. Или сюда. Видишь, да? Решетку вентиляционную. А, ну да, главное, чтобы она не отвалилась. Она не отвалится? Так, тут. Так, а вот тут есть проблема, что она с него скатится. Вот, да, это главное. И сзади свет выключим, чтобы там не было, ну, чтобы не было видно ничего лишнего. Ладно, в общем... Да, эту штуку. Все, он заканчивает снимать. Ну чего, мы отсняли утро невесты, сейчас пойдем встречать жениха. Руслан, вообще, кстати, на самом деле красивее будет, если он будет с букетом ждать внизу. У невесты развивается платье, поэтому она будет спускаться по лестнице, а жених будет ждать ее внизу. Вот просто, вот, судя по тому, за сколько они здесь продают эти пряники, вот этот видеоролик, ну ладно, это хороший кадр, первый хороший кадр, который я увидел в этом ролике. Сука, ну что, ну, у тебя макро нет, господи, ты кардамон кладешь, но он же такой красивый в тагине. У тебя макро нет. Мать, глаза б мои ты не видели. Ну серьезно, Рус, ну посмотри, насколько бездарно. Да бездарно. Вообще, я бы за 3000 лучше снял. Ну да, нет, ну за 3 бы не стали, но... Но все равно. Ну это как бы вот я не знаю, мне кажется, мы так снимали 4 года или 3 назад. 4 года назад, да. То есть, ну, то есть, вообще невыразительно.
Вообще, я всегда невестам рекомендую одевать какие-нибудь кроссовки или кеды под платье, потому что на прогулке, ну реально, в туфлях это невозможно ходить. Отсняли пробежку. Наш любимый ход свадьбе. Все-таки работа — это круто. Работа — это круто. Всю ночь умирал, думал, у меня температура, думал, утром не встану. Но ничего, бодрячком. В итоге бодрячком. Да. Ну, я-то раньше встал, конечно, на целый час. И заехал за Антоном. Вот. А? Ты вчера не работал до ночи. Ну, я играл в компьютерные игры. Я тут скачал Doom 4. А, ну да, вот это прям вообще отмазка. Я каждый раз... играл в Doom 4. Я не выспался, я не могу. Я играл в компьютерные игры. Где напитки? Давай. Оп. Держи. Я Real Energy. Заряжайся энергией. Energy. Все, все, я побежал. Давай. Product placement. Все еще Canon, ну а мы уже на Sony. Господи, я в прошлые выходные был на свадьбе у человека, там снимали на Марке 2. Марке 2, ну это. Ну это жесть. То есть раньше это было круто. В 2009 году. В 2009, но сегодня в 2017. Это, конечно, вообще не дело. Sony рулит. Это не реклама, но все же, это правда. А у тебя весь этот блог получается. Сплошная не реклама. Сплошная не реклама Sony. За нее заплатил. Мы пришли на площадку. Сейчас мы пойдем найдем себе базу и разложимся, подключимся и будем дальше снимать. С очаровательной улыбкой. Прошел как принц, прошел как король. Мы вас рады видеть. Сегодня я хочу тебя поблагодарить за все, что ты делаешь для нашей семьи. Я хочу тебя пообещать следующее. А тут кто-то блогера пригласил, да, судя по всему? Со своим айфоном пришел снимать. Подписывайтесь на мой канал, да, ставьте лайки. Сейчас время заката, и мы идем снимать молодоженов. Потому что солнце уходит стремительно. Да, поэтому надо быстрее. О, аккуратней. Вот все нормально, я цел, жив. Я за айфон переживаю. Никто бы сомневался. Вот, да, вот так, смотрите, вот, расцелуемся, подходите друг к другу. Не так резко, хотя вот так медленнее. И целуйтесь. Смотрим. Мы все отсняли, успели очень быстро. Получилось круто. Да. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока!